А вот этот парень как раз физически одарен очень даже. Нан Сонг. Представитель Китая. Да, другая школа. Другой набор элементов. 22 года. Ли Вэй. Его тренируют. И здесь как раз мощные, атлетичные, сильные прыжки. Смотрите, как одногодки, да, 22, 22, 23, 24, 22, 23, да? Такое другое поколение идет фигуристов. Сейчас Джубер появится. Костюм, я каждый раз, когда его вижу, почему-то он напоминает наших матросов-революционеров. Ну, немножко, да. Без козырки. Пулеметными лентами. Но так они видят этот образ. Так художник, костюмер видел этот образ. А вот 4 есть. Надо удержался, а? Вот боец. Потому что мне показалось, что скорости недостаточно. Да, вылетел из закон, скорости было мало. Ну, тебе за канадское поле, может, оно-то и сказывает на этом. Да? Подстраховывается, конечно, потому что разогнаться и толкнуться, то еще улетит, знаешь, сколько там на четверном пролет, я думаю, метра 3-4, поэтому все страхуются. Даже аксель, видите, они прыгают прямо на аксель, да, у них до борта остается мало места, то есть обычно поперек катка прыгают аксель, поперек, да? Поперек катка, да, прыгают в борт, а тут буквально в борт, да. Не словесно, а уже чисто физически в борт идет направление. Интересно, что китайский спортсмен взял такую музыку. Интересно, кстати, положение корпуса внутренней в руку поменял. Смотрите, какая центровка хорошая. Тройной и тулуп тройной. Ну, а тут, кстати, борется. Второй прыжок тоже. Задержал. Под срывом выезд был, но удержался. Да, опять маленький ход, опять такая, я думаю, что причина. Все-таки, наверное, в разгоне каток. Современная обработка мелодии Ближнего Востока, да? Я думаю, что даже это китайская какая-то мелодия была, потому что так прослушались. Не берусь спорить, да, не берусь говорить точно. Мои догадки такие, да. Индия что-то, может быть, да. Middle East Side. Сложно говорить, да, но... Ну, по крайней мере, интересная хореография такая, знаете, мне было интересно смотреть вот именно исполнение китайского спортсмена. Я так не часто встречаю такое музыкальное исправление и современная хореография. Даже если сравнивать с его прокатом на турнире 4 континентов, добавлены были некие нюансы хореографические. И ну, какие-то акценты так выделены. Он на турнире 4 континентов финишировал 6-м, а вот его соотечественник, молодой 16-летний, талантливейший фигурист Ханьянь. Удивительный парень, очень жалко, что его мы здесь не увидим. Ханьянь в итоге ведь бронзу завоевал. Он проиграл только лишь Юдзуро Ханью и Кевину Рейнольдсу. Кевин Рейнольдс у нас будет кататься в следующей разминке. Кевин Рейнольдс, который вслед за Хавьером Фернандесом повторил такое абсолютное достижение нынешнего сезона 3 четверных в произвольной программе.
Мне еще, знаете, кажется, Александр, что такой маленький ход даже не то... Ну, конечно, и площадкой предопределенной, но мне еще такое ощущение, что он так осторожно все перестраховывался, знаете. Ну, видите, вот он, все три прыжка он сделал одинаково с недостатком хода. Я не знаю, здесь сложно говорить, Андрей, понимаете, я думаю, что, может быть, климатические условия, может быть, акклиматизация, здесь очень много факторов. Все-таки Канада – это другой континент, и большие расстояния, перелеты, временное, очень много. Я говорю, сам, когда и спортсменом, и в дальнейшем ездил в такие вот большие расстояния, Канада, Америка, там, Аргентина, Индия и так далее, тяжело всегда, второй, третий день очень тяжело. Это как раз день перелета, день первых тренировок, ощущение льда. И вот некоторые спортсмены готовы, чувствуют это, а другому нужно 4 дня, а все, а завтра соревнования. Поэтому я думаю, что многие спортсмены как раз попадают вот именно в этот период. Ну ладно, 73-03. Сейчас, так, 73-03. Да. Да, он, наверное, второй будет, да, по идее. Второй будет, сразу за Ароном. Да, второй за Ароном, значит, еще один финалист появился у нас на произвольную программу. Ну, сейчас, дорогие друзья, мы с вами увидим турнирную таблицу перед промежуточную. Промежуточную, да, перед тем, как будут выступать две последних раза.